Армасан Халкаменом. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, гости нашего города. Сегодня не только кокшетауцы и астанчане у нас в гостях. Сегодня есть гости из Костанайа. Давайте все поприветствуем друг друга. Я Сиита Валмажан. Мне 57 лет, вот исполнилось прямо в день Академии. Мне повезло, что мой день рождения вместе с днем рождения Пакхангиля. И мы с супругом вместе в этом предпринимательстве. Когда-то, допустим, мой супруг закончил Карагандинскую высшую школу милиции, я закончила Омский государственный университет. Вместе мы вернулись в наш родной Кокшетау и встретились и организовали свой союз. И вот уже почти 32 года мы вместе воспитывали троих детей. У нас есть один внук. И на протяжении нашей жизни, как бы мы же работники в найме, правильно? Он оперативный работник уголовного розыска, я педагог. И мы, ну как и все, мы строили обычные планы. Мы же дети советского периода, мы знали, что как-то мы купим квартиру, как-то мы, наверное, возьмем машину. И потом началась коммерция. Мой супруг сразу же, не раздумывая, ушел в коммерцию, стал заниматься, а я потихонечку как бы находилась в тылу, да, обеспечивала уют, тепло, следила как бы за всем этим. И на протяжении этой жизни у нас произошло 3 банкротства. И каждое следующее банкротство было хуже предыдущего. И вот очередное было 3-е банкротство. Оно было очень затяжным. И у нас тоже, как, может быть, у кого-то из здесь сидящих, у нас тоже был опыт в сетевом бизнесе неудачный. И в тот момент, например, я подумала так. Наверное, мы не созданы для сетевого бизнеса. Видимо, это не наша тема. И обратно я вернулась в найм. Супруг пытался снова найти какие-то другие возможности. И всегда, как бы там ни было, но хотелось же как-то изменить свою жизнь. Работа в найме – это есть ограничения по доходу, вы понимаете. Но я работаю в детском саду музыкальным руководителем. Что я делаю? Я работаю в одном саду, могу подрабатывать еще в одном саду. Я могу умудриться и даже в 3-м саду поработать. И вот так каждый день, единственное. Потом я решила открыть образовательный центр. Потом началась пандемия, опять пришлось закрыть. Я продолжала заниматься репетиторством. И вот моя жизнь продолжалась, знаете как, у меня не было отпуска, у меня не было выходных, ни праздничных, потому что нужно было как-то зарабатывать. И если в зале сидит человек, который, может, первый раз пришел, а может быть, человек, который сомневается, получится у меня, не получится, я, наверное, больше сегодня буду обращаться именно к этому человеку. Потому что я тоже думала, когда в один осенний вечер мне мой спонсор, которому мы будем благодарны всю свою жизнь, она мне сказала, ну, знаешь, чего далеко ходить? Мы вместе же были в прошлой компании. «Давай, — говорит эта компания, — о том, я говорю, да, я слышала, потому что я очень хотела приобрести Химахим. Да, я слышала про Химахим, ну ладно, давай. Но я подписалась, ведь вы же понимаете, регистрация бесплатная, риска же нет, какая разница? Ладно, я подписалась. А строить бизнес я не собиралась, вообще не собиралась. Но я стала приобретать что-то, потихоньку распространять, и все на этом. Потому что я была уверена, что это не для нас». И проходит определенное время, и как вот мы говорим, как вчера, позавчера Лидагу, Империал Мастер, говорил, это будет чудо, если у вас не получится. Поэтому и потихоньку у нас стало получаться, у нас стал образовываться товарооборот, оказывается, который я была в большом сомнении, неужели это возможно в нашем городе проделывать такой товарооборот? А он потихоньку рос и рос из одного периода в другой. И вот проходит год, как, например, я вступила, да, проходит год, через год мы становимся, открываем ранг мастера продаж. И открыв ранг мастера продаж, я думала, наверное, это все. Дальше, наверное, у меня не получится. Да? И дальше, получается, через еще почти год, меньше, чем за год, мы становимся автомастерами продаж. И, получается, после этого уже через месяцев 7 мы становимся бриллиантовыми мастерами.
Это вот тот человек, который думал, что не получится. И сейчас я буду говорить об этой возможности. Это на самом деле уникальный проект. Этот проект развивается уже 15 лет, динамично и стремительно развивается. И сегодня эта южнокорейская компания имеет товарооборот уже более 2 миллиардов долларов в год. И когда мы слышим, что это Южная Корея, все равно мы всегда думаем, что Корея — это значит качественно, правильно? И поэтому с доверием относимся просто от того, что это Корея. А теперь, как вам сказать, найдите время и наберитесь терпения, может быть, 15 минут. Я попытаюсь вам объяснить немного, быть краткой в своем изложении, объяснить, что вас ждет. Вот только что Алма очень классно сказала, да, что здесь действительно есть такие возможности. Вот если она это смогла, если я это смогла, значит, и вы это тоже сможете. И потом, знаете что? Наверное, в первую очередь, как Алишер говорит, в основе-то лежит что? В основе лежит товары массового потребления. На протяжении всей своей жизни что вы делаете? Вы ходите на работу или вы имеете свой бизнес, но потом же вы тратите свои деньги, верно? И оказывается, если вы начнете тратить эти деньги в своем собственном магазине, вы в первую очередь что делаете? Вы экономите свой бюджет, потому что это экономически выгодно, а во вторую очередь вы можете еще за свою экономию получать комиссионные вознаграждения. И вознаграждения растущие и очень привлекательные. Вот послушайте, пожалуйста. Сюда, к вам направляйте. Это вперед? Ага. Ну, как я уже сказала, что в основе лежит товары массового потребления. И поэтому компания эта будет жить долго. Вот не сомневайтесь, что она там закроется или еще что-то произойдет. Дело в том, что мы всегда с вами потребляем эти товары. Они нам нужны ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Поэтому мы все время будем возвращаться, покупать эти товары в своем магазине. Теперь качество премиум, да, высочайшее качество. Допустим, если это витамины, то они имеют сертификат GNP. Если это продукты питания, то они имеют сертификат ХАССП. И получается, что вы можете приобретать товары высочайшего качества, при том, что экономить будете свой бюджет, и покупать это будете в собственном магазине. Сейчас время интернета. Интернет динамично двигается в нашу жизнь. Искусственный интеллект тоже пришел в нашу жизнь. И задумайтесь о том, что скоро каких-то профессий вообще не будет. Они не нужны будут, многие профессии, потому что есть интернет. Мы можем пользоваться этими услугами самостоятельно. И что же тогда нас многих ждет? Нас многих ждет опять поиск, да? Где же найти источник дохода? Теперь тот маркетинг-план, о котором я сейчас буду говорить, он несложный. И вообще, занимаясь этим бизнесом, вы не устанете, он не напрягает. Здесь нет усталости, здесь нет трудностей. Вы просто получаете удовольствие. Но это вы получите, когда поймете, да? И самое главное, что регистрация бесплатная, то есть это очень важно. И следующее, что здесь есть замечательных 3 вида вознаграждений. Так. Партнерами компании, компания была создана в 2009 году в Южной Корее, создатель Пак Хан Гиль, и партнерами компании являются 2 крупных предприятия. Это завод Колмар, B&H, на котором выпускаются вся косметика и витамины. И второй партнер – это научно-исследовательский институт атомной энергии. В этом институте идут разработки, исследователи, исследуются, в общем, разрабатываются все новые технологии, и потом все это параллельно. Завод атомной энергии, завод Колмар работают в параллели и создаются продукты для нашей компании Atomy. И сегодня уже в более 40 странах Atomy открыли свои филиалы. Это в том числе и развитые страны: Америка, Канада, Сингапур, Малайзия, Япония, страны Европы. В
Казахстане уже с 2021 года официально компания открыла свое представительство. Ну, как я уже повторюсь, в чем преимущество? Когда вы регистрируетесь бесплатно. При регистрации вот в этом есть преимущество. Здесь нет стартового пакета, здесь нет обязательных каких-то членских взносов и нет ежегодных прокупок. Допустим, вы берете то, что вам нравится, то, что вы хотите, желаете в том количестве, какое вы хотите. Вот когда вы зарегистрируетесь, вы получаете свой ID-номер. Вот этот восьмизначный ID-номер, вот он и передается по наследству. И в чем его уникальность? Смотрите, допустим, вы имеете сегодня бизнес. Допустим, вы имеете салон красоты, возможно, у вас есть какой-то ресторан или у вас автосалон. Но это у вас локальный бизнес, правильно? В рамках города, может, в рамках трех городов, может быть, в рамках даже, пускай, нашей страны. А вы, когда вы зарегистрируетесь, получите ID-номер, вы получите себе международный бизнес. Вот в скольких странах открыт филиал, в стольких странах вы можете его развивать. Вот в этом уникальность нашего бизнеса. Ну, вот когда я говорила, что товары в основе лежат массового потребления, они имеют высочайшее качество, и в этом... И в этом, знаете, что есть? В этом есть то, что люди будут возвращаться за покупками снова и снова. Как распределяется прибыль? Вот смотрите, из 100% прибыли 30% только компания оставляет себе. 70% она распределяет между дистрибьюторами. Из этих 70, 44% это структурные, 20% это мастерские вознаграждения, 6% имеют держатели центров. Вот. Теперь что дает? Тут есть возможность зарегистрироваться как покупателем, то есть вы можете просто накапливать свои PV, можно зарегистрироваться как дистрибьютором. То есть вы можете не только покупать, вы можете еще и накапливать и строить структуру. Выстраивая структуру, вы начнете получать вознаграждение. Каждая покупка, которую вы здесь совершаете, она имеет свою еще балловую стоимость в поинтах. Вот, допустим, личные баллы же у нас накапливаются, и получается, все, что вы покупаете, у вас копится, и у вас никогда не сгорает. Это было тоже привлекательным. Допустим, для меня это было очень привлекательно. И привлекательно то, что в основе лежит просто бинарная система. Когда-то, занимаясь сетевым маркетингом давным-давно, да, 20 с лишним лет тому назад, мне казалось, что бинарная система, она недолговечна. Ну, то есть она же имеет какой-то предел, да, допустим. Или, может быть, с какого-то уровня покупки вниз не присоединяются тебе. А вот в нашей системе бинарная система уникальна тем, что она бесконечна. Вот бесконечная вниз глубина до бесконечности покупки у вас будут присоединяться. И вот, допустим, это вы имеете только... возможность подключить слева и справа двух человек. И то есть у вас получается товарооборот левой ветки, товарооборот правой ветки. И теперь существуют определенные уровни дистрибьюторства. Вначале, когда я начинала, я, конечно, в это не вникала, и я даже долго не могла это ни запомнить, ни вникнуть, ни понять. А теперь уже, конечно, находясь... Чем дольше вы находитесь, тем больше вы начинаете вникать и тем больше вы начинаете понимать перспективы, которые вас ждут. Вот эти 5 уровней дистрибьюторства позволяют вам закрывать ежедневно, допустим, свои бинары с множителями от 5 до 300. То есть в день вы можете получать от 7 тысяч тенге, если говорить про тенге, да, до 600 тысяч тенге в день может складываться так ваш бинар. Вот такая ваша перспектива. Если я работала в детском саду и, допустим, зарабатывала 200 тысяч тенге, то, конечно, я была удивлена тем, что можно в день заработать 200 тысяч тенге. Но я не буду останавливаться на уровнях дистрибьюторства, потому что, ну, чтобы вам... не было слишком, как говорится, накладно для восприятия. Да? Вот теперь смотрите,
Вот это бинар же лежит. В основе бинара это значит должен быть баланс. Когда между левой и правой веткой происходит баланс, а баланс может быть разным. Это может быть и 300-300, это может быть и 700-700 тысяч, это может быть 1,5 миллиона, 1,5 миллиона, может быть 2 400 000, 2 400 000, и там вот вы видите, да, это стоимость одного бинара. И вот самый большой максимальный бинар 50 миллионов слева, 50 миллионов справа, написано 420 тысяч тенге можно получить за один бинар. И вот мы, многие, кто были на Академии Успеха, видели империал-мастера, у которого, допустим, слева 500 миллионов закрывается, а справа 1,5 миллиарда PV в день закрывается. Но все равно он получает вот 50 миллионов слева, 50 миллионов справа. И это нам тоже очень понравилось, потому что здесь есть предел выше определенного дохода компания не платит. И поэтому любой может здесь зарабатывать, и любой может достичь максимального результата. Второй вид вознаграждения – это уже мастерские вознаграждения. Вот, получается так, за одну и ту же работу, которую вы проделывали, вы получаете дважды вознаграждение от компании. И мастерских вознаграждений у нас 7 ступеней. И самая первая заветная ступень, к которой мы стремимся. И, в принципе, для нас это очень доступно и очень интересно вообще-то вид дохода такой, в котором происходит баланс такой, что вы за период у нас в месяц-два, с 1 по 15 и 16 по конец месяца, если вы за период, у вас пройдет товарооборот в левой 2,5 миллиона и справа 2,5 миллиона PV, за это вы получите статус мастера продаж. Компания вас наградит подарками в пределах 100 тысяч тенге. И, ну, и в денежном эквиваленте это примерно за период вы получите, ну, минимально 300 тысяч тенге за один период. Если вы этот, если этот товарооборот вы будете повторять постоянно, то вот в месяц, значит, вы можете зарабатывать примерно 600 тысяч тенге. И сегодня вот я стою перед вами, тот человек, который сомневался, что он может это получать. И я когда в прошлом году, вот ровно год назад, наверное, да, я вышла на стабильный вот этот доход ежемесячный. И, конечно, это было очень для меня привлекательно и интересно. Я вот, представляете, человек, который думал, наверное, это у меня не получится. А вот так тихонько, спокойно, видите, можно все сделать в жизни, совершить. Но и дальше уже товарооборот, следующие уровни мастерства начинаются не от товарооборота, а от наличия у вас в левых и правых ветках мастерских уровней. Когда у вас в левой ветке есть 2 мастера продаж, в правой 2 мастера продаж, ваш статус будет называться бриллиантовый мастер. Вы должны находиться в статусе дилера, то есть 1,5 миллиона PV личным. И в подарок вы получаете то же самое – подарков примерно на 100 тысяч тенге, плюс еще ноутбук или в денежном эквиваленте 320 тысяч тенге. То, что я вот сегодня уже получила. Мастер Шаронской розы. Вот девушка выступала, которая это была мастер Шаронской розы. Когда вы становитесь мастером Шаронской розы, вы получаете в подарок уже путешествие на двоих, 3 ночи, 4 дня, и денежные вознаграждение в размере 640 тысяч тенге, разовое вознаграждение. Этот статус вы получаете в том случае, когда у вас в левой веточке уже 2 мастера бриллиантовых и в правой тоже 2 бриллиантовых мастера. Тогда вот вы имеете такой статус красивый, мастер Шаронской розы. Ну, ежемесячно доходы мастеров, вот как нам Алма озвучила, примерно вот такой доход минимально можно зарабатывать. Теперь дальше, 4-я ступень, это стар мастер, звездный мастер. Тут уже вы должны быть в статусе эксклюзивного дистрибьютора, ну, с личными 2 400 000 PV или там по накоплению, по товарообороту.
слева и справа у вас будет по два мастера Шаронской розы минимум, вы становитесь стар-мастером. В денежном эквиваленте вы получите премию в 3 миллиона 200 тысяч и путешествие на двоих уже, по-моему, 7 дней, да? 10 ночей, 11 дней. Royal Master. Тут статус у вас уже остается все время эксклюзивный дистрибьютор. А уровни у вас, когда в левой и в правой ветке есть по два уже стар-мастера, ваш статус будет называться Royal Master. И тут уже подарки, вот смотрите, покруче, да? Вы путешествие уже на четверых получаете в подарок. Денежное вознаграждение 15 миллионов тенге. В аренду автомобиль, ну, там стоимость тоже указывается. И еще вам открывается бизнес-карта на сумму 320 тысяч тенге в каждый период. Краун-мастер имеет тот же статус дистрибьюторства, но уже два роял-мастера в левой ветке, два роял-мастера в правой ветке. И наши вот вышестоящие наши спонсоры, они тоже из Кореи, от Талии Мунгьом. Ким, и вот смотрите, тогда уже в подарок вам дарится автомобиль, денежное вознаграждение у краун-мастеров, сейчас скажу, 190 миллионов тенге, и путешествие на четверых, уже дорогостоящее путешествие элитное, и пополнение карты бизнес идет на сумму 675 или 785 тысяч тенге в период. И вот самый такой заветный статус, тот, к которому можем мы дойти все, многие, кто пожелает, кто осмелится просто об этом помечтать, он может дойти до этой ступени. Это если у вас будет уже по два краун-мастера слева и по два краун-мастера справа, но в подарок вы уже получите автомобиль еще дороже бизнес-класса, затем денежное вознаграждение в 320 миллионов тенге, путешествие на четверых, также 10 ночей, 11 дней, на каждого по 4 тысячи где-то долларов путешествие будет стоить, и бизнес-карта с пополнением 90... Ну, там получается... Забыла я, извиняюсь. Ну, в сумме где-то 5 тысяч долларов в период выходит, да? И теперь еще вам дается в аренду офис с менеджером, и водитель еще дается вам. То есть вам автомобиль дарится, и зарплату водителя оплачивает компания, и зарплату менеджера тоже оплачивает компания. И когда вот, ну, возможно, каждый кто-то сидит и думает, что это невозможно. Да? Ну, почему это может быть возможным? Потому что мы все с вами моем голову, чистим зубы, стираем свою одежду, ухаживаем за своим домом, за собой, покупаем себе какую-то обувь, одежду, что-то из посуды мы покупаем, мы все равно эти деньги тратим. Давайте тратить их здесь. И вы, когда начнете тратить здесь, через 3, 5, 7 лет ваша жизнь круто просто изменится. Вы даже сами этого не заметите. Это очень выгодно. И когда растут ваши партнеры, соответственно, растете вы. Это вот принцип win-win, да? Сначала помоги партнеру, потом ты сам вырастешь. Ты помогаешь партнеру, партнер растет, автоматически растешь и ты. Ну и вот если резюмировать, то получается, что вы делаете? Вы становитесь, регистрируетесь бесплатно, потом что вы начинаете делать? Вы просто это пробуете. Попробовав, вы уже не можете об этом молчать, вы начинаете делиться с людьми, тем, что вам нравится, тем, что у вас перестают выпадать волосы, что у вас замечательное самочувствие, вы какие-то получили результаты по здоровью, вы получаете результаты по красоте. Вот, допустим, я когда стала пользоваться косметикой, у меня на работе люди обратили внимание, сказали, вы так похорошели. А я же не замечаю себя, а вот люди со стороны стали замечать, что на самом деле это реально, все это работает.
И вот я, например, всегда, не только я, наверное, мы все будем благодарны Пак Хан Гилю, что он когда-то создал эту компанию и прошел через, вот, через свои определенные трудности. У него была просто огромная мечта. Человек имел огромную глобальную мечту, чтобы можно было помочь многим людям изменить свою жизнь. И благодаря тому, что сейчас это так щедро шагает по всей планете, и жизнь меняется у людей не только в Корее, но и в тех странах, где уже открыты филиалы. И потом я хочу еще в заключение сказать следующее. Когда вы зарегистрируетесь, вы станете кому-то спонсором, а для кого-то вы будете партнером. Ну, мой вам совет такой. Не ищите минусы ни в спонсорах, ни в партнерах. Цените каждого. И научитесь ценить ту информацию, которую вы получаете. И тогда ваш бизнес будет огромным. Все, спасибо за внимание. Ваши аплодисменты. Автомастер продаж Алмажан Сиитова.